форме находится. Очень хорошо здесь каталась. На тренировке. А что уж делает сейчас в соревнованиях, не знаю. А кто плохо катался на тренировке? Все хорошо катались. А в итоге нет, получилась вы знаете, такая иногда вот они штука. На тренировке плохо катаются. Ну да. Ну просто вы практически про всех сказали. Ой, я на тренировке, она и то, и все, и это. А в итоге получается вот такое. Ну потому что их на тренировке сразу шесть, и они прямо скачут здесь как мячики. Алена Леонова на льду. Thank you.
Ну вот впервые прозвучала эта программа. Просто браво! Алена, браво! Браво! Шикарный прокат, совершенно в другом образе. В том, на котором она и Оля Воложинская настаивали. Просто потрясающе. Блеск. Сделано, преодолела себя. Сделала каскад 3-3. А на разминке еще делала сальто в тулуп. Но сейчас не вставила, хотя может это сделать. Будет так кататься, будет в призах на чемпионате Европы. И, может быть, мира. Очень здорово, потому что очень тяжело складывался у нее сезон. Невозможно тяжело. И, честно говоря, я даже в эту программу и не верила поначалу. Но она очень много переделанная. Она просто молодец. Она, конечно, не может успокоиться, потому что вот она была в азарте. Она, Алена, всегда могла заводить зал. Она всегда могла быть кататься в кураже. Вот она каталась в кураже. В кураже, как только она может кататься. И вот это, конечно, имеет огромное значение и для получения, и для восхождения, и для победы над собой, и для получения высоких оценок. Она просто умница, красавица. Патриотка, потому что она, у нее были такие тяжелые моменты в этом году, просто тяжелые. И Аллу, конечно, хочется Пятову с этим поздравить. И сказать им «Браво, девочки! Браво, девочки!» Наконец-то мы видим слезы радости на глазах Алены Леоновой. Помните, в прошлые годы было все так... Периодически печально. И, наконец-то, она довольна собой, я думаю, на все 100%. Молодчина. Классное выступление. Классное выступление. Пока еще наши готовят оценки, вот мне принесла сюда Тамара Николаевна Москвина. Да, еще показывают Алену, я вам не могу еще показать. Каталась с Богом. Молодец, настояла на своем, выкатала, поняла. Поняла очень много, поняла, как преодолевать себя. Очень похудела, привела себя в порядок. Нелегко это все дается. Нелегко. Выучила.